устроили тут. Уху-ху-ху-ху! Ты такое видел! Я, честно говоря, в шоке! Жесть, я не могу нанести ему быстрый урон. Точнее, 15-кратный, потому что он меня видит, да? Или тут пофиг, ладно. Пофиг! Мимо! Какого черта? Что это за ламбада? Ой, красавчик. Ой, сейчас он меня просто добьет с лука. Я еще жив? И все, ребят. И больше мы ничего не отнимем. Только не бери лук, не бери. Вставай, 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 дурак. Одну стрелу я выдержу. Умер. 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 Нормально. Вдвоем. Просто вдвоем улетели. Он... Как же он быстро кричит-то? Ну только он встает, наверное. А, я просто умер. А, нет. Давай. Давай, дорогой. Давай, давай, давай. Инвиз. Инвиз. Кат. Так, все нормально. Держимся. Держимся, держимся. У меня в жизни как было много. Какого черта? Меня спалил. Все, разбился я. Не, не разбился. Но он меня видит. Ну, сейчас обратка сработает. Вот она. Вот она, эта дурацкая обратка. Так что... Все, мне труба. Я просто разобью сейчас. Или он меня добьет. Да, я разбился, блин. Цена на криты... Это... Не-не-не-не-не-не-не, ребят. Нужно становиться сильнее. Сильнее, сильнее, еще раз сильнее. Не, ну так как он улетел, это, конечно, вообще эпик. Я такого не замечал. Да ну какого черта нельзя увернуться? Или будет? Не, будет. По-моему, прекрасно он кричит. Замечательно, по-моему, он кричит. Ой, мимо. Это? Я так и понял. Ого, спасибо, что помог мне забраться по-быстренькому наверх. К черту. Не, ребят. Пока я его не могу преодолеть. Все, это был канал Мистер Кэт, меня зовут Сакиров Иван, всем пока.